Вы это, не подумайте. Он на нашем фестивале фигурирует, только потому, что у нас гости из Крыма есть. Так, нам нужно хорошо выступить. Нас будут показывать по ТВ, может, в газетах напишут. Хороший пиар еще никому не мешал. Это я вам как опытный маркетолог говорю. На других посмотреть и себя показать. В культурно-досуговом центре «Молодежный» в селе Юдино собрались люди из разных городов и округов. Принять участие в фестивале «Ярмарка народных талантов» мог любой желающий. Я хочу сказать о том, что все наши фестивали проходили зимой. А этот фестиваль, ну, в силу обстоятельств, я думаю, вы знаете, проходит летом. Поэтому то, что мы на улице, то, что мы на чудесной природе, то, что у нас есть возможность людей с улицы пригласить и позвать, посмотрите, сколько народа, они все подходят и подходят, это здорово. Фольклорные коллективы, народные хоры, семейные и детские ансамбли, чтецы и музыканты всех возрастов, а также мастера декоративно-прикладного творчества, художники, фотохудожники. Фестиваль, как всегда, поразил многообразием талантов. Мероприятие проходило в духе традиционных русских широких гуляний. В качестве почетных гостей и членов жюри фестиваля были приглашены активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия». Я считаю, что это один из хороших факторов, понимаете, вот развитие нашей культуры. И таких вот мероприятий должно быть как можно больше. Я вот посмотрела все выставочные материалы, которые дети прислали, родители прислали, кто-то взрослый прислал. Ну, там, понимаете, ну, действительно, искусство, народное искусство, его надо пропагандировать. Хорошее настроение, незабываемые эмоции, заряд бодрости и позитива были гарантированы всем гостям мероприятия. Очень солнечное настроение, и нравится, что всегда фестиваль этот растет, расширяется. И территориально многие приезжают сюда уже и из дальних уголков. Вот, так что я желаю фестивалю только процветание, расширение территориальных границ тоже, чтобы он дорос до всероссийского. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».